Прокурор Республики Сахалин-Якутия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного регистратора Управления Росреестра по Республике Сахалин-Якутия. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере и в превышении должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый, получив через посредника взятки от участников организованной преступной группы в общей сумме более 340 тысяч рублей, внес в Единый государственный реестр недвижимости заведомо недостоверные сведения о регистрации права собственности на 10 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате данных преступных действий городскому округу город Якутск причинен ущерб на сумму свыше 71 миллиона рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурором республики также направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в посредничестве, в отношении иных лиц, обвиняемых в мошенничестве, а также в легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступлений и даче взятки, уголовное дело находится на стадии следствия.